На месте заброшенных пустырей и стихийных автостоянок красивые скверы и яркие детские площадки. Как и какие объекты благоустроить в ближайшее время в рамках федеральной программы определяют в разных регионах. Причем этот выбор жители делают самостоятельно путем голосования. Идеи проектов обсуждают в Башкирии, Волгоградской области. Началась работа и в Красноярске. На заседании общественного совета проекта «Единая Россия. Городская среда» определили более 30 площадок, где изменения, что называется, назрели. О том, что уже сделано и что предстоит, Алина Саноева. Ольга Леонтьева и ее дочь Теша приезжают на набережную Дивногорска, что в 40 километрах от Красноярска, каждый день. Гуляют, катаются с горок и кормят уток. Столько площадок для детей можно поиграть, где ни машины, никуда не заедут, безопасно, красиво, уточки. Очень нравится. Вокруг волшебная природа. Теперь еще появилась инфраструктура, продуманная до мелочей. Современная уличная мебель, освещение, тренажеры, оборудованные спуски к воде, фотозоны и многое другое. Было, конечно, построено, наверное, все в 70-х, по старинке. А сейчас все современно, все с дизайном, все красиво. Счастлива, что у нас есть вот такой райский уголок. После реконструкции Дивногорская набережная стала центром притяжения не только для местных жителей, но и для гостей города. Каждый месяц ее посещают больше 35 тысяч человек. Ну и полюбоваться действительно есть на что. Енисей, горы. Ну и, конечно, без фотографий на память. Отсюда никто не уезжает. Набережная в Дивногорске – результат работы федеральной программы формирования комфортной городской среды, в основе которой партийный проект «Единая Россия». Решение о том, какие объекты необходимо благоустроить, принимают сами жители. Только в этом году в Красноярском крае отобрали почти 40 общественных пространств. Но есть еще над чем работать. Буквально вчера был селектор с федеральным министерством строительства, на котором мы обсудили предстоящее голосование по выбору объектов для благоустройства в 2023 году. Это голосование пройдет по всей стране с 15 апреля по 31 мая. Мы хотели, чтобы появилось место, чтобы близкие и родные поздравили молодоженов, смогли выпить шампанское. Вот нам поставили такую красивую беседку. Дублирующая беседка для фотосессии. Эти воздушные легкие конструкции сочетаются с пышными красивыми платьями невест. В Волгограде отреставрировали бульвар у дворца бракосочетания. Это сейчас. Зимой не видно всей красоты. Летом здесь все в цветах, а для молодоженов фотозоны на выбор. Арка в виде сердца или ретро-автомобиль. Весной облагородят вторую часть бульвара. Хотел бы очень поблагодарить, чтобы наконец-то лед тронулся. Для жителей Уфы благоустройство территории вокруг озера теплое, событие долгожданное. Микрорайон активно застраивается. Людям не хватает места отдыха. Нам необходимо освещение, дорожка пешеходная, потому что после обеда хочется прогуляться, вроде, а темно. Много семей молодых с детьми маленькими, и нам негде гулять. Очень хорошо, что учитывается мнение жителей. Очень обрадовались, ждем. На месте стихийных автостоянок появятся зоны отдыха, детские площадки, скейт-парк, тренажеры для занятий спортом. К строительству приступят, как только сойдет снег. Пока власти вместе с жителями обсуждают проект. Вещи, которые связаны с благоустройством вот именно территории вокруг домов, парков, скверов, вообще нельзя делать без учета мнения жителей. Это просто бессмысленно, потому что им здесь жить, они знают, что им нужно. На программу формирования комфортной городской среды до 2024 года заложено почти 300 миллиардов рублей. Впереди еще много работы, а значит, современных, ярких и удобных мест для отдыха в городах станет еще больше. Алина Саноева, Сергей Буркеев, Вячеслав Исаков, Елена Пич, Юлия Ходорова, Алексей Симонов. Первый канал.